Теперь удар по мячу должен нанести Филипп Бутковский и таким образом начать нашу игру. Вот, в защите. Ух, сейчас опасный момент. И назначается ли пенальти? Игорь Шевченко ворвался в штрафную площадь. Очень классный пас. Поставил корпус. Ну и французам ничего не оставалось, кроме как пытаться в подкате с большим риском выбить мяч. Разбег Берхамова. Спасает Белина. Выручает Белина свою команду. Только хотел сказать, что не единожды мы видели в его исполнении отбитые 11-метровые удары. Белинов один из тех вратарей, который, можно сказать, специализируется на пенальти. В исполнении Игоря Шевченко Руслан Мухамешин физически не успевал туда никак прибежать. Бутковский, укрывая мяч корпусом, пытается с разворота пробить, но отправляет мяч на трибуны. А Кантемир Берхамов сейчас будет навешивать в штрафную площадь соперника. Подача, но это попытка мести Александру Белинову за отбитый пенальти. Успел тут подставить ногу хорошо, если нет, то, может быть, залетел бы и так. А здесь и Бесилио падает в штрафной площади соперника и, скорее всего, получит желтую карточку за симуляцию. Именно, судя по всему, контакт все-таки был с перчатками Романа Герса. Смотрим. Я не берусь утверждать, что нарушения правил здесь не было. Мусалов. Получает мяч на бровке. Мусалов. Хорошая передача в штрафную площадь. Удар надо нанести Бериша. На правый фланг передача. Здесь Тигиев подхватывает мяч. Выбирает момент для передачи в штрафную площадь. И перелетает мяч через защитника. Здорово, удар Бериши. Вот здесь Бернар уже разобрался как надо. Он выждал нужный момент. Позволил Брайану Форбсу мимо мяча проскочить. Уж выделяет среди остальных футболистов, что его держит сразу четверо футболистов Арсенала. Передача в штрафную площадь. Тигиев на подборе. Дальний удар. Герус не ловит этот мяч и на добивании. Нет, на добивании не успевает Филипп Бутковский. Ну и вот сейчас. Едва бы не привез себе мяч, если бы не расторопность Максима Беляева. Стеклов ждет включения Лукаша Тесака и ждет подключения Кантемира Берхамова, однако бьет сам. И Беринов уже, в отличие от Романа Герса, не дает никакой надежды нападающим соперника сыграть на добивании. Бериша. В центр делает передачу. Удар поворотом, и это 1-0. И это 1-0. Пятый тайм. Анжи не закончил без забитых мячей. Иван Маевский. Бернар Бериша. И наконец-то его проход по левому флангу оказался полезным для команды. Иван Маевский не стал делать много обманных движений. И Александр Шишуков не ожидал, что из-под его ноги мяч выскочит и проследует в направлении сетки ворот. Тигиев получает роскошную передачу со своей половины поля. И, возможно, поторопился он с этим ударом. Опаснейший момент сейчас был. Имел все шансы тульский Арсенал сравнять счет. А заменил он Игорь Шевченко. Бернар Бериша на всех парах мчится в штрафную площадь соперника. Удар поворотом, перекладина. И Бутковский чуть-чуть мимо него пролетает этот мяч. И сейчас его эмоции связаны совсем не с тем, что Бериша не сделал ему передачу, а с тем, что мяч просто не попал рикошетом ему в голову. Сыграть за ту или иную команду, чаще за ту, которая в атаке. Бериша, ничего себе дриблинг Бериши! Как он прошел практически все поле, и уже Анжи в опасной контратаке. И передача классная получилась. Бутковский зачем трогал мяч, и Бесилио разводит руками в московское «Динамо», за которую успел немного поиграть в премьер-лиге. Вот только сейчас вернулся в премьер-лигу с своим родным клубом. Тем временем Бернар Бериш развивает такую скорость, что за ним трое не успевают угнаться. И Шевченко проходит всю оборону. Про опорную зону я вообще молчу, но настолько быстро бежал, что загнал себя уже в угол. Удар поворотом, Белинов на месте. Ну что ж, в противостоянии Берхамов-Белинов сегодня счет уверенно в пользу голкипера махачкалинского Анжи. Свисток Алексея Матюнина. Счет 1-0 в пользу махачкалинского Анжи, который одерживает свою первую победу в нынешнем сезоне «Росгострах» чемпионата России.